потому что некоторые картины очень исторического значения. Послушав мнение самого художника, мы знаем его желание. Его желание, естественно, рисовать и принести в наш мир самые добрые ощущения, потому что нельзя рисовать так, как он рисует, не любя лошадей. А лошади действительно неотъемлемая тематика его искусства. Вот поэтому я решилась взяться. Думаю, у нас все получится. Естественно, мы волнуемся, потому что это пилотный проект совместно со Swiss Artgate. У них это 56-я выставка, а у нас только первая выставка Pegas Art Gallery. Естественно, есть свои волнения, но я думаю, мы преодолеем, потому что командным духом мы, естественно, построим правильный проект. Можно сказать, что сегодняшнее мероприятие вносит вклад в продвижение казахстанской культуры? Самое, что непосредственное, потому что мы действительно рады тому, что культура Казахстана сейчас пришла к тому моменту, что да, экономика очень стабильна, идет она очень конфидентно, и сейчас, естественно, в одну ногу и с экономикой идет и культура, что нас очень действительно радует, и сами, и казахский народ, и культура. Я считаю, что сейчас мир должен больше и больше, как скажем, обращаться к творчеству людей именно, значит, казахского народа. Я думаю, казахский народ очень грамотный, сам по природе, очень творческий, очень талантливый. И, естественно, об этом уже все знают и будут еще знать с каждым днем.